Всем привет, мои дорогие! Наконец-то я к вам вернулась в этой дебильной повестке. Ну, что поделать, мы собираемся кое-куда, сейчас вам все расскажу. Да, заказала наконец-то вещи на Тиму. Зимние. Первую партию. Как вы помните, я переехала с Майами. В Майами зимы нет. А переехала я сюда почти весной, так что не было необходимости в зимних вещах. Красиво падает солнечный свет. Это я тяну интригу. Чувствуете запах интриги? Я здесь чувствую запах только смолы. Посмотрите, что происходит. Это ужас. Так, что же. Едем смотреть очередных котят. Я надеюсь, мама себе уже кого-то выберет. Потому что невозможно столько выбирать котят. Да, мне понравился один, а Майе понравился другой. И что нам делать? Нам что, выбирать двух котят? Пью кофе и погнали. Только говорила про Майами, про Флориду. У меня тут вот досочка с Флориды. Это штат Флорида. Не покидает он меня. Так красиво здесь падает этот замечательный свет, что мне прям хочется здесь снимать и снимать, но времени нет. Ой, я сегодня весь день смотрю на эти заказы. Я упаковала 4, осталось еще 5. И знаете, когда вам нужно делать уроки, или там, я не знаю, готовиться к экзамену, или подготовить какую-то работу, и вы ищете, чем отвлечься, чем себя занять. Ой, надо пойти то сделать, надо пойти курс приготовить, надо пойти видео сделать, надо то-то-то-то-то. А у тебя здесь куча заказов, и ты просто не знаешь, за что взяться. Это вот моя сегодняшняя история. Ой, надо эти лейблы заказать обязательно. Они будут идти неделю, уже заканчиваются. Ладно, все, не буду вас сильно заговаривать. Погнали смотреть котят. Что мы натворили? Боже, что мы натворили? Господи! Нам конец. Нам пипец. Нам пипец. Давай, показывай. Я так влюбилась в это чудо. Или чудо в тебя. Либо чудо. Оно просто залезло мне на руки и все. И начало просто целоваться, обниматься. Вот к этой у меня нет никакого интереса, никаких чувств. Но вот это... У меня это была черная кошка. Меня, да, это... И она залезла на меня, а вот, вот эта кошечка залезла на маму, легла и все. Была еще третья, которая просто осталась у хозяйки на руках и к нам не пошла. Не двинулась. А вот эти нас выбрали, вот это чудо, я не знаю, она настолько... Вошла мне в душу, посмотрите, посмотрите, ну, что, как я не могла. Отходит, да? Я не могла, я говорю, все, я ее забираю, потому что это мое. Погнали, потянули домой. Погнали, какое домой, поехали какой-то в Walmart покупать им всякие штуки, да, потому что у нас нет ничего, ни корма, ни наполнителя. Корм есть. Есть только авантюризм в душе и... И любовь к котам. И любовь к котам. Смотри, она даже с рук не слазит. Кира. Ее зовут Кира, ее так звали, я оставлю это имя. У меня была кошка черная Гера. Мне нравится, когда в имени есть Эр. И Кира потрясающая. Да. Мне нравится имя Алиса, наверное. А ее зовут Мия. Мия, привет! Мия, привет! Меня так подругу звали. Нет, будет Алиска. Господи. Я влюбилась в эти глаза. Погнали! Погнали! Так, дай твою покажу. Вот такая кошечка. Такая им 3 месяца. Пушистенькая. Немножко пушистая. Она более спокойная, потому что... Она такая, да... Сейчас она тут изучает. Но так она легла к маме на руки и лежала. Менее активная, да. Чудо. Алиса, говоришь? Ну, вроде бы что-то, а водички она хочет. Ну, глянь, кофе пошла пить. Так, ты сейчас взявались все куда-нибудь. Малышка, ты у нас будешь этот штурман. Штурман. Она немножко будет бояться. Ты, главное, смотри, чтобы она у меня была. Какая сладкая, вообще с рук не слазит. Смотрите, они сами посмотрели по машине, погуляли. Да. Она одна туда пошла и одна сюда. Но это чудо какое-то. Все, я открываю канал про котов. Я тоже. Да, все. И контент имеется. Инстаграм. Контент имеется. Как мы красиво едем. Слушай, ну так я не ожидала, что я вот найду вот такого кота. Моего, знаете, который вас выберет.
и мама, и одновременно, ну, понимаете, это чудо какое-то. Нашли котов, которые нас выбрали в одном месте. И главное, они братики. Не, это сестричка и сестричка, да. Ну, котикам этим хорошо, что они все-таки. Так, уходим. Ну, давай, давай, зайка, куда ты хочешь? Иди к сестричке. Иди сюда. Вот она даже со мной сидеть не будет. Это называется кототерапия. Кототерапия. Как они в глаза смотрят, это вообще. Такие они спокойные. Вот и где положишь, они там и лежат. Они не носятся, не пугаются. Ой, какие нежности, господи. За что нам такое счастье? Ты меня слушаешь так внимательно, да? Где ты? Ой, как внимательно. Вот так вот. Вот так вот состоялось знакомство. Все спокойные. Интерес есть, но все аккуратничают. Мои куклы. Так. Мы так странно наблюдаем за этими котами. Они так себя спокойно ведут. Как будто бы их чем-то накачали. И собака им все равно. Посмотрите, какие булочки лежат. Такие, кажется, тихенькие, хорошенькие, да? Так пошла жара. Но они любят побегать, но они как-то сосредоточены друг на друге, а не на том, чтобы разнести там мебель, стаканы какие-то там на столах. Вот они друг с другом балуются. Эрен тут с мячиком им помогает. Эрен. Я ему уши чуть-чуть там обстригла, поэтому он такой страшненький. Они совсем заколтунились. Ой, зайка, у меня рука занята сейчас. Я тебе кину. Пу! Вот так вот. Такая вот у нас теперь банда. В общем, единственная проблема, что они не дают спать ночью. Но когда нужно куда-то рано вставать, то это большая проблема. А так на туалетике ходят. Гуляются. Шума от них особо нету. Тю. Ой. Какая красота в Гринвилле. Мы приехали на балет «Щелкунчик». Через полчаса начало. Мы даже не опоздали по всем трафикам. Какие-то бары тут открыли. Вот так украсили город. Лампочек навешали, вот и весь Крисмас. Хоть какую-то елочку нашли. Да. Сфоткаемся обязательно. Фонтанчик. Так непривычно гулять здесь зимой. Потому что последний раз я была, наверное, в сентябре или летом. Каток! Обязательно надо пойти. Но еще чуть-чуть не погода. Так, приедем сюда обязательно. Наш прекрасный, потрясающий Гринвилл. Место называется The Peace Center. Вот так выглядит здание, где будет проходить балет. В общем, я тут никогда не была, а мама уже была. Ой, красивая вот эта вот инсталляция. Да, еще и крутится. Красиво. Очередь движется быстро, так что мы не опоздали. Скажи привет моим подписчикам. Привет, подписчики Ирины. Да, вот мы уже пришли, делаем фотосессии, как всегда. У нас еще есть минут 10. Кстати, сколько стоили билеты? $70, да? И это самые дешевые или дорогие, или как? Ну, в партере. Хорошо, все, мы идем. В общем, так выглядит вход в зал. Я не знаю, если здесь можно снимать или нет. Сюда можно приходить в верхней одежде, можно сдавать. Вот. Хочу показать вам просто, как здесь выглядит вообще театр, здание.
здесь какой-то вход. EFG. Мы ищем, короче, наши номера. JN. Нам сюда. Ну что, готовы увидеть? Вот так выглядит зал. Я ожидала немножко больше, не знаю почему. Мне казалось, сцена будет больше. Но очень удобные сиденья. В общем, до начала осталось 5 минут. I'm excited. Весьма неоднозначные. Да, вначале мы как-то немножко огорчились, да. Но там, наверное, был разогрев. А потом ребята старались, довольно прилично танцуют, костюмчики, правда, немножечко бедненькие, да? Вот да, но мы пойдем по дороге, будем рассказывать. Да. Салют в нашу честь. А, мы вышли и сразу салют. Да. Мы сначала так разочаровались, потому что мы думали, ну, балет, а там начался какой-то театр, как будто детская постановка. А потом со второго акта они начали танцевать балет, и мне так понравился этот мужчина, который, он был профессионалом, вот фиолетовым, да, я там уже вам потом все покажу, надписи все сделаю, все, что мы там думаем, да. Лучший. Да, но он так красиво там подпрыгивал, просто как взлетал. Ты ему даже комплимент сделала, да? Да, он выходил, и я ему сказала, you're the best. Он такой, ой, спасибо. Yeah. Я потом спрашивала, с ним сфоткалась. Я это еще Инстаграм его нашла. Ты уже наш... Запала. Не, ну, просто он обалденно танцевал. Я бы заплатила деньги, если бы он просто стоял и там дирижировал. Ну, вот бывают люди, которые просто заполняют собой пространство. Или вот просто люди сцены. Вот это про него. А так танцевали неплохо, но... Нет, не хорошо, я бы сказала. Тяжело, тяжеленько они там подпрыгивали, но... Смотри, как у нас там сзади. Наверное, красиво. Наверное, бы настоящий балет стоил бы 300 баксов или 500. А так 70, ну, да. Нормально. В общем, может, плохо. Старались. Да. Все, едем домой. Устали, наверное. Да, довольно много. Да, все. Всем пока.